Ари, люди спрашивают тебя, почему ты пила шампанское на Новый год? Я изгоняю детей с этого канала и забираю его себе. Обладатель 50 миллионов подписчиков. Но... Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Сразу вопрос у мамы возникает. Папа вам выдает, да? 3, 2, 1! Всем привет! Это Сэм Кидс! И мы начинаем наш влог из отпуска. Мы только прилетели. Сейчас будем заселяться в наш дом временный. Сейчас будет дележка комнат, скандалы, интриги, расследования. Да. Все по классике, как обычно. Подписывайтесь на наш канал. Заходим. Так, маленький рум-турчик, обзорчик. Это зал. У нас даже елка есть, ребят. Так, Лев, пойдем покажу тебе твою комнату. Блин, там кровать убрали. Ну, кровать будет нормальная. Вот. Лейна комната. Почему? Смотри, как мило. Как ты не будешь тут жить? Лея, ну мы же договорились. Уже моя очередь жить в большой комнате. Пойдемте наверх. Пойдем, дележка комнат. Раз, два, три, дележка начинается. Майя и Давид живут в этой комнате. Нет, мам, я не хочу. Майя, ну есть там еще выбора. Кладовки. Кладовки Лея вообще-то да. Живет. А, да? Кладовка уже занята. Почему я в кладовке? Арела? Это Арела. Мила. Ты тогда иди в жопу, если когда меня выселяют, я живу в маленьких комнатах, уже хватит. Слушай, когда тебя поселили в маленьких комнатах? Все, скандалы, скандалы. Ну, чтобы вы понимали, это как бы всегда так. Скандалы на фоне дележки комнат у нас всегда. Это наше. Это наше? Что за царские покои? Пусть Давид в коморке живет. Султан Сулейман тут жил до этого. А что, все комнаты нет, закончились? Нет, нет, я в коморке живу. Серьезно? Все, комнат больше нет? Давай поменяемся. Ты давай, в коморку давай. Пойдешь, Майя? Да, это лучше, чем с Давидом. Короче, у нас скандал просто неразрешимый. У меня все отлично. У Арилы все отлично. Майя, Майя не хочет жить в коморке, Майя не хочет жить с Давидом. Пусть Давид, у тебя есть претензии? Очередь, Давид счастлив. Моя очередь жить в нормальной комнате, она настала, спасибо. А. Да нет, она не может жить одна. Она не может ни умыться, ни помыться, ни одеться. Ничего она не может. Влог. Пусть Арела живет в коморке. Влог. Тихо, все. Ты живи в коморке. Это был реальный влог. Это еще пока еще не разрешилось. Это мы только в отпуск приехали. Прошло просто 5 минут, уже все переругались. Самая худшая часть. Заселиться. Короче, все решено, что Лея живет с Арилой. Арила еще об этом не знает. Ну, наконец-то. Сейчас будет скандал. Новый уровень скандала. Все, короче, живете вдвоем, если будет это, вонь какая-то. Не, я сегодня же приду, она сегодня же выяснится. Лея, новые обстоятельства выяснились. Короче, когда живет Майя с Ариэлой, а так как Лея не хочет с Давидом, а Лея не хочет с Ариэлой, получается идеально все. Да, Майя, смотри, таковы правила, не раскидывать. Так, нет, Майя, если ты будешь, послушай, если ты будешь это делать, то ты выселишься в комнате. Смотри, не раскидывать. В комнате только спать, играть здесь нельзя. Игры вон там, у Леи в комнате для Давида, везде вот. Игры только не в этой комнате. Можешь это желательно не в этой комнате. Есть в кровати нельзя, хорошо? Вставать, короче, будить меня нельзя, все? Ага. Дил. Нарушишь эти правила, то ты выселишься. Кто нарушает правила, тот уезжает в коморку. Уезжаем в торговый центр.
Выезжаем в торговый центр. Наши луки. Разнообразно. Разнообразно, разнообразно. Орела опять мохнатка. Ну, точно. Да. Сейчас 20 человек загрузится в одну машину. Смотрите, как это. Один уже вот. Один уже загрузился. Ты в багажнике поедешь? Самое комфортное место. Мило. Я буду в бассейне. Ну давай, сиди. Так, влог продолжается. Какой-то день нашего отпуска. Мы зашли в Сефору. Тестим макияж. Сейчас Лея будем пробовать на тесте жидкие румяна. Выглядит офигенно. Мам, внешность обманчивая. Внешность обманчивая? Да. Нормально. Мам! Подожди, да еще не растушевались. Что ты мне сделала? Покажи. Румяные щечки. Мам, смотри, в смысле? Нет, кстати, тебе идет. Мам, нет. Да, нет, ей реально идет. И выглядит очень натурально. Посмотри. Нормально оставить так? Мне нравится, даже, наверное, хочется купить такие. Купи мне. А ты будешь их носить? Да. Румяные щечки. Да. Мы купили в магазине 1000 ненужных вещей, которые тебе обязательно нужны. Вот такую вот штуку, которая приклеивает тебе века. Мы сейчас пытаемся ее наклеить. Тут такие вот прозрачные полосочки. Я еще отклеить их не могу. Я тоже еле отклеила. Так, берем полосочку. Как-то. А в чем прикол? Нарисовано вот сюда вот ее. Налепляешь. И что? Вам нечего приклеивать. Нет, просто. Смотри, у меня стало вот это, наоборот, веко еще более нависшее. Видишь? Да. Смотри, это старческое, а это нормальное. Может быть, надо наоборот, вот этой стороной не липкой закладываешь, а липкой потом... А, да потому что мы идиотки, да, наверное. Прикладываешь. Вот теперь какой более молодой? Ну, вот этот, наверное, сразу... да. Так этот лайфхак, может, работает реально? Дай. Какой наклеила? Нет. А вот этот наклеила? Нет, наоборот. А, тогда видно. Ну-ка, посмотри. Реально видно. Вот этот наклеенный, да? Ну-ка. У меня глаз просто больше. Он больше стал, да. У меня тоже вот этот больше глаз. Реально работает. А почему-то это... Джингл Беллс. Короче, семейное гнобление детей. Я баба деда. Гнобим Ариэлу и Лею за то, что они красятся. А я чё? Ничего. А ты чё, ничего? Ты вон накрашенная, ничего. Я хочу краситься. Зачем? Да, ну... Взрослей казалось. Ну да. Я да. говорю, что ни Лея, ни Ариэль не нужно краситься. Ариэла на момент пришла в себя, решила не краситься, а теперь опять ее понесло. Я всегда несла. Повторяю за Ариэлой. А у Леи классная отмазка. Я повторяю за Ариэлой. Вообще классно. Нет, Ле, твоя ответственность, это твоя ответственность, не, понимаешь? Ну, я с Майей стала, подружилась с ней. Вчера ее не было, мне было без нее скучно. Да ты что? Я хочу теперь с ней жить. Мы с ней будем снимать видосы. Я с ней ночь, она не спит до 4. Мы с ней тусуемся, смеемся, там что-то фоткаемся. Посмотри на эту счастливую морду, о боже, она сейчас лопнет от счастья. Я ее даже готова брать с собой в центры. Майя. И в комнате сидеть со мной разрешаю. Майя. Майя, ты сейчас не взорвешься от радости, а? Она мне как подруга, она такая веселая еще. Ты она... что, не знала, что у тебя веселая сестра? Нет, она мне еще все приносит, главное. Это, наверное, такая... в этом весь секрет, нет? Нет, она мне иногда редко что-то приносит. Она мне недавно просто так огурец принесла. Ай-вай-вай, ну я очень рада, что вы так вообще это... сжились. Коннектились, да. Сжились в я этой комнате. Я теперь только с ней буду жить, я больше ни с кем не буду жить. Вот видите, все, что не делается, все к лучшему. Нет одной комнаты, и вы подружились очень да. сильно. Да, а с Леей такого нет почему-то. Ну, у нее сложный характер. Она мне сегодня, мы садимся играть... Что ты делаешь? Ты неправильно все делаешь. Ты вообще офигела? Ты дура, все, ухожу. Чисто Лея. У меня рука лежала на ее шоколаде, а я вообще шоколад не ем. Зачем ты жрешь мой шоколад? Зачем ты раскидываешь меня в комнате? Я к ней в комнату месяц не заходила. Не то, что Маечка, да? Не то, что Маечка. Маечка вообще отличная, да, Майя? Да. Всем привет! Неизвестно, какой день нашего отпуска, и сегодня мы решили отправиться в музей. Давидка, хочешь в музей? Что ты там хочешь? Посмотреть скульптуры. Скульптуры. А ты, Лея? Хочу поесть. Поесть?
Дети считают, что в музей скучно, Арела вообще не поехала. Но она просто не знала, что мы идем не в обычный музей, а по идее в очень даже интересный. Майя с нами. Вообще не интересно. Нам подожди. Почему? Ничего, никакие музеи не интересны. Майя, это ошибка, они очень интересные. Еще, знаете, что интересно? Я поняла, что мне очень нравится снимать влог для Ютуба. Это настолько комфортный для меня формат, поэтому я изгоняю детей с этого канала и забираю его себе. Шутка. Лея, подписчики интересуются, почему вы сами не снимаете влог? Ну, чем не снимать? Не знаю. Руками, например? Ну, ладно. С телефоном? Сейчас. Нет, просто если дети будут снимать, это будет выглядеть вот так. Ну, да. Вот такой влог. Всем привет! В общем, идем в музей. Это так красиво. Обалдеть, да? Да, это мир Аватара. The next day. Так, что там? Как обстановочка? Май. Уже выглядит шикарно. Шикарный закат. Еще часть вечериночки. Обладатель 50 миллионов подписчиков. Без скольки тысяч? 2000 осталось. 2000 осталось. Срочно подписку. А срочную подписку. Час, буквально часик. Через час будет 50 лямов. Жесть. Просто жесть. Ари, люди спрашивают тебя, почему ты пила шампанское на Новый год? Ну, какое-то. Детское. Да, мы все. А тебя спрашивают, где подарок? Где мой подарок? Я распаковал. Потому что у меня не было подарка. Грустно стало. Ребят, давайте сделаем подарок Оксане. Подпишемся на этот канал. Да. Нажмем на кнопочку подписаться. Прямо чтобы сейчас. Она стала серенькой. Серенькая кнопочка. Суета. Обложку дать? Да, тут вдвоем можно гонять. Проехаться. Сейчас, подожди. Классные какие вообще. По пляжу гонять. Блин. Давид, садись за руль. Транспортировка. Просто один день из нашей жизни. Я думаю, по пляжу вообще самый класс будет. Давай, Давидка. Мы сегодня едем вот таким вот составом на Secret Party к нашим друзьям. Мы приехали в сафари, на детский пасек с Мурсладом. О, да. Secret Party — это гендер пати. Устроили просто нереальную вечеринку в пустыне. Я никогда не была на гендер-пати, тем более никогда не была на гендер-пати в пустыне. Давайте поможем нашим ребятам надеть это, эти ожерелья на шею, которые будут отображать ваш прогноз. Девочка, я за девочку. Я за девочку. Спасибо, спасибо. Я уже занята. Давайте Дениса перекинем за черных. Нет, не хочу. Да никого не будет там. Нет, не хочу. Давай ты. Ты девочки? Да. Я тоже. Лея, мальчиковый? Поехали! Вперед! Дальше! Шапочку не забывай! Шапочку не забывай! Вперед!
любую, любую, абсолютно никто, никто еще не бил. Не-не, по очереди, давайте, давайте по очереди, да. Взболтать, но не, сме... взболтать, но не свешивать. Что же такое интересно там попадется? Кофе. Так. Молоком. Кофе, кофе с молоком, да. И это правильный ответ. Оксана, отлично. Да, а, да, а вопрос к вам, можно это детям? Вы бы дали девчонкам или, или нет? Да. Детям можно, но не новорожденным, да. Команда мальчиков, да. Что это внутри вам попалось? Молоко. Вы любите? Нет. Абсолютно точно, да. Это заметно. Ну, правильный ответ! Правильный ответ! Молоко есть, отлично. Три напитка осталось. Команда девчонок. Ну-ка. Давай. Персиковый сок. Иди, Вива. Что? Что? Иди, Вива. Я удивлен, что это попалось ей. Да, это правильный ответ. Но... Откуда ты знаешь? Сразу вопрос у мамы возникает. Откуда ты это знаешь? Папа вам выдает, да? Где, где? Папа подлил незаметно, да. Мама, ну вы не переживайте, оно безалкогольное, поэтому все. Все, все в рамках. Аплодисменты. Ну, как быстро угадал, как вот быстро так, угадал. Вот. Удивительно. Барбекю. Special room with ice. Yes? Good? Frozen, frozen, frozen ice. Frozen room. По-моему, у тебя сгорели маршмеллоу. Не могли самые вкусные. Да? Да. Самые вкусные такие. Нет, они вот снимаешь штуку и ешь внутри. Серьезно? Я не знала такого. Да. Гости готовы все? Да! Давайте начнем уже, согласны? Да! Поехали! Слушай музыку! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.